DJ Prophet presents. In the beginning, there was the beat. Then it got faster. Stronger. Fatter. Finally, the bass music is the trend. Yeah! DJ Prophet, every Wednesday at midnight on DFM. Всем привет! Сразу же после грува танцев для всех в студию врываюсь я. Меня зовут Кирилл, диджей Профит. Это программа Baseline Show каждую среду с нуля до часа ночи. И сегодня у меня в гостях долгожданный человек, которого я хотел давно привести сюда в студию для того, чтобы мы с ним пообщались. Он рассказал много новостей эксклюзивных, ну и также, конечно же, поиграл эксклюзивные треки, музыку, в частности свою, да и не только. Итак, у меня в студии Rusty K прямо сейчас лайвом играет, все здесь, все круто. Настраиваемся на хорошее настроение, drum and bass ритмы, конечно же, ну и прямая трансляция у меня ВКонтакте, vk.com/djprophet и dfm.ru. Yeah! We'll be right back.
Да, сейчас будет очень крутой трек. Не успел начаться эфир, как Рустам сразу же начал жарить. Очень крутой материал. Друзья, в эту субботу прошло мероприятие в Москве «Neuropunk» серия 15 апреля в клубе «Вольта». Очень круто все было. Друзья, я хочу вам сказать большое спасибо за поддержку, за то, что вы пришли, угорали, танцевали, кричали. В общем-то, атмосфера была неописуемая. Ну и, конечно же, большое спасибо всем артистам, участникам, которые представляли музыку. Еще раз хочу сделать акцент на том, что этот фестиваль заточен только под российский драм-н-бейс, в частности, вот такой вот жанр неурофанк. Рустам, который сейчас демонстрирует здесь на DFM, Basement Show. В общем-то, всей команде CC большое спасибо. Все было клево. Фотоотчет уже выложили в официальной группе Neuropunk. Neuropunk Home, да, ВКонтакте. Ну и сразу же хочу поздравить Женьку Беса с днем рождения, 19 апреля. Ему стукнуло 18. Самое главное, Жень, здоровье, счастье, конечно же, здоровье всей твоей семье, дочке, жене. Чтобы все у вас было благополучно, ну и, конечно же, новых творческих идей. Чтобы нейропанк только рос вширь. Высоту. И ты нас всех радовал, да. Батька Neuropunk'а, конечно же. Baseland Show on DFM. Все верно, Baseland on DFM. С вами DJ Profit. У меня в гостях Rusty K. Также он входит в проект Magnitude. Об этом мы чуть позже поговорим. We'll be right back.
DJ Profit. Итак, у меня в гостях Baseline Show на DFM. Rusty K, Рустам, я тебя приглашаю к микрофону, здороваться со всеми. Здравствуйте, ребята. Прям как будто в детской передаче. Здравствуйте. Все хорошо? Как у тебя настроение? Все классно. Сегодня услышите кучу крутого материала, поэтому никуда не отходите. Да, обязательно. Что продемонстрируешь? Колись за все. Сегодня я покажу вам несколько будущих релизов. Некоторые треки из них не подписаны, то есть они нигде еще не светились. Поэтому внимательно слушайте и узнаете обязательно мой стиль, мой звук. То есть эксклюзив, это очень круто, хорошо. Так, первый вопрос, который, собственно, будоражит всех, я думаю. И об этом я, кстати, гуглил, нигде не нашел информации. По поводу проекта «Магнитюд». Я-то прям сразу же прыгаю к этому проекту. Во-первых, почему «Магнитюд»? Я гуглил, смотрел, и такого слова нету. Есть «Магнитюд», как бы, а «Магне» через букву «Е». В чем фишка, в чем загвоздка? Ну, это была изначально такая шуточка, как «Магнитюд», то есть «Магнитный чувак». Вот, мы посидели, подумали, как это можно сделать слитным в одно слово и красиво, и запоминающееся. Вот так интересное название вышло. Так, а «Магнитюд», а получилось «Магнитюд», да? Получилось «Магнитюд», это похоже на слово «магнитюд» через «ай», что переводится как «величие», «сила» и так далее. А, ну вот, собственно, вот она и правда. Так, ну и, собственно, у тебя проект вместе с чуваком из Англии. Его зовут Джей Овертек, да? Расскажи про него, почему именно с ним? Он что, музыкант или кто чего? Во-первых, этот человек был моим менеджером проекта Rusty K уже порядка 6-7 лет. Мы знаем друг друга очень давно. По старым работам он помогал мне найти издателя, помогал мне подписать контракты. Вот. И, соответственно, стал моим другом со временем. Вот. И мы как-то начали вместе работать. Придумали новый проект. Он очень хороший диджей, он подкованный юрист, разбирается во всех требуемых вещах, поэтому я считаю то, что в этом проекте человек просто незаменим. Слушай, ну это круто на самом деле. Никаких лазеек, никому не докопаться. Я включил следующий трек, можешь расслабиться, все нормально, разговариваем дальше. Слушай, ну я тебя поздравляю с первой пишкой, которую вы выпустили под этим псевдонимом, да, «Магнитюд». В общем-то, расскажи про первый релиз. Вот, первый релиз был на Lifted Music. Мы подписали его сразу, как только я дописал работы, потому что очень хорошо оценил эти работы Крис Ренегейт. Вот, сам релиз получил хорошие отзывы и от слушателей, и от музыкантов. Вот, у меня огромный был промо-пул. Вот, и средняя оценка была 4.5-4.7 из 5 от артистов а-ля Black Sun Empire, Noize. Вот, и поэтому продолжаем в этом же духе. Будут следующие работы все круче и круче, поэтому stay tuned, как говорится. Ждите, да. Друзья, ждите. Окей, хорошо, опять берем музыкальную паузу. Рустамчик пойдет сводить. Ну, а мы наслаждаемся, конечно же, эксклюзивной музыкой. Да, Rusty K, прямо сейчас, Baseline Show DFM. Оу! Rusty K демонстрирует fast mixing, так называемый. То есть каждый трек играет буквально там 30-40 секунд, максимум минуту. И сразу же идет сводка на следующий. Я поговорил с Рустамом, он, конечно же, предоставит трек-лист, который я публикую, когда выложу эфир, запись вместе с видео, аудио вместе с видео. Ну, конечно же, там будет много ID-шек.
Кей, Dark Eye. Listening to DJ Prophet. Dangerous.
кто сидит в чате на моей страничке wiki.com/djprofit на прямой трансляции. Формируйте вопросы. Самые интересные я, конечно же, озвучу для Рустама. Человека от микса. Ну извини, нужно пообщаться с людьми тоже, чтобы они узнали от тебя эксклюзивную информацию. Надеюсь, она таковой будет. Следующий мой вопрос, собственно, в будущем коллабы, если это, конечно же, не секрет, с кем ожидаются, с кем планируешь? Ближайшие коллабы с проектом Magnitude ожидаются с Давипом, с Task Horizon и, если такого помните, еще живой Эйв. Вот, остальных пока не могу назвать, не точно, но в ближайшее время ждите информацию на всех пабликах, группах, где я есть. Слушай, ну и примерно к лету вот эти все коллабы-то, собственно, сделаете, вы порадуете? Я думаю, да, к лету, к началу или к середине что-то новое точно будет, потому что все время все переносится, какие-то проблемы, сами понимаете. Но сейчас более-менее все утрясли уже, к июню готовим релиз, вот, в котором буду играть очень тяжелый материал, плюс вы услышите вокал моей замечательной дамы, ее зовут Джулия Маркс. Ага. Вот, так. Да-да-да. А так, побежал сводить, опять-таки. Да время есть еще. Ладно, хорошо. У меня, собственно, готов следующий вопрос. Ну а хорошо, пускай пока тогда сведет трек. И, в общем-то, друзья, я надеюсь, у вас хорошее настроение. Запись этого эфира в скором времени появится, конечно же, в сети. Ну и предыдущий эфир, где я, собственно, в честь своего дня рождения сделал, окунул, так сказать, себя, да и вообще всех в середину 90-х, начало. Это классика брейкбит музыки, электроники. Я отыграл Chemical Brothers, The Prodigy, Fatboy Scream и многие-многие других. Даже рок зацепил, Limp Bizkit. В общем-то, эфир уже есть в сетке, да, в ВКонтакте. Можно его прослушать и посмотреть, конечно же, да, все есть на моей страничке wiki.com/djprofit.
Yo, everyone, this is Martin from Noisia, from Holland. Neurofunk Kings on the Vision Recordings label. DJ Prophet, tune in. Respect. Респект от Мартина. Проект Noisia. The King of the Vision. Кстати, хочу поздравить наших парней Drop Zone проект Тёма и Саня. У них вышел релиз Breakaway с кучей ремиксов от таких российских чуваков, как Гидра, Мироши, Wanna Wake, Antent и Anvian. Уже сейчас можно его приобрести в iTunes и прослушать. Поэтому, ребята, дерзайте, поддержим российского производителя. Да! DJ Prophet. We'll be right back.
ну а сейчас, я так понимаю, эксклюзив, да, озвучивай. Это совместная, совместная работа проекта Magnitude, Grid Optic и моей девушки Julia Marks. Трек называется At All Costs, выйдет на Renegade Hardware в ближайшие, я не знаю, неделю. Ну что, я могу сказать, премьера на DFM Basement Show, слушаем. Don't touch that dial. Из Питера привет большой. На связи, ребята. Да, ребят, большое спасибо. Стараемся, все здесь стараемся, да. Кстати, у меня в ближайшем будущем тоже будут интересные гости. Один из них будет, конечно же, Митя Рецептор. Но это будет летом, либо ближе к осени, да. Витебску тоже привет.
Ох, какой жир! Давай озвучивай, что это, кто это? Ребят, это первая работа нашего коллектива Magnitude, вот, который вышел где-то, не знаю, полгода назад, может, уже. Вот, трек называется Hyperdrive, также называется, как и EP-шка, да. Вот, если не слушали, заходите в группу Magnitude в ВКонтакте, вот, обязательно подписывайтесь, вот, и там вся EP-шка есть. Отлично, слушаем дальше. Жир. Друзья, напоминаю, что у меня в гостях Rusty K. Также он входит в проект Magnitude. Это Best New Show. С вами DJ Profit, DFF. Конечно же, одна из моих любимец, Dirty Phonics, композиция Power Now, yeah! To DJ Profit. Напоминаю, что у меня в гостях Rusty K, он преимущественно играет drum and bass в звучании неурофанк. Добавишь еще что-нибудь от себя? И немножечко оперы. Скажи, пожалуйста, чем ты мотивируешься, прежде чем написать какой-нибудь трек, я не знаю, какую-нибудь мелодию и так далее? Откуда берутся идеи, вдохновения? Ну вообще, да расскажи вот какие-нибудь, может быть, секретики. Ну не знаю, я лично, пока идея хорошая не придет, даже не сажусь ничего писать, потому что, ну, бездушная музыка, кому она интересна? Вот, а так вкладываешь душу, ждешь, ищешь какие-то интересные, может быть, в классической музыке интересные вещи ищешь, может быть, в классическом роке и так далее. Слушайте много музыки, слушайте интересные работы, и вы будете вдохновляться ими, придумывать что-то новое. Ну вот у тебя, например, бывает такое, едешь ты где-нибудь в общественном транспорте, такси, неважно, идешь, там, я не знаю, вдруг у тебя бахнула какая-то идея, что-то вот, какие-то нотки. Что ты делаешь, запоминаешь или как-то на диктофон, на телефон пытаешься? Ребят, напевайте это все на диктофон, идеи это такие, на самом деле, мимолетные вещи, их надо записывать по-любому. Если не запишете, считай, пропало. А было такое, что у тебя что-то появилось, и некуда было записать, там телефон выключился или еще что-нибудь, и эту идею, ну, у тебя пропала, не сказать. Было такое? Естественно, миллиард раз. Было один раз такое, что не было куда записать, и я записывал на ручкой на листке бумаги просто. В общем, да, друзья, ищите, что хотите, делайте, лишь бы как-нибудь сохранить вот эту вот, собственно, мелодию, саму идею. Но помимо drum and bass музыки, да, чем ты еще, какие направления ты слушаешь? Может быть, трэп, дабстеп, что-то, я не знаю.
Изначально вообще... Шансон. Все ломаные направления, брейкбит, бигбит и так далее. Ага. Вот, хип-хоп. Мне очень симпатизируют стили современные, как Future Beats. Вот. Точнее, не Future Beat, а Future Bass. Future Bass, простите, да. Там какие-то коллективы, и стили уже все перепуталось в голове. Да, стилей, жанров очень большое количество. Слушай, ну а ты, если слышишь какой-нибудь, например, Future Bass трек, слышишь синт офигенный просто, такой же накручиваешь, чтобы аналог типа сделать? Раньше без этого вообще никуда, дабы набить какую-то технику, приходилось прям напрямую повторять синты или может... Вот, практика, правильно. Да, без практики, ребят, никуда. А ну, вот сейчас уже как-то, ну так, можно по приколу накрутить, но для своих работ я это не использую, для своих пишу что-то новое. Короче, свое звучание ищешь, крутишь, да? Окей, ладно, давай беги сводить дальше. Друзья, Basement Show еще с вами 15 минут, да? Рустам что-нибудь еще продемонстрирует этакое? Обязательно эксклюзив, да! Теди Киллерс, да, которые в эту субботу выступали в клубе Вольда на Neuropunk фестивале. Жаркое было выступление, бэк-ту-бэк вместе с Гидрой. На моей стене в прямой трансляции находится второй человек из проекта Magnitude, Jay Overtake. Hey!
How are you? With DJ Prophet representing Aphrodite Recordings, Urban Takeover, Urban Agency, Drum and Bass, and London Town. Привет от короля джангл музыки Aphrodite! Так, Русь, озвучивай. Здравствуйте, ребятки, еще раз. Это новый трек Magnitude и Julia Marks, называется Dead Leaves. Вы могли его слышать до этого в подкасте Neuropunk, но он там так был странно, даблдропами сведен. Послушайте получше, ставьте, не знаю, там репосты. У меня есть вырезки из этого трека в паблике. Обязательно зайдите, послушайте еще раз. Эксклюзив.
broadcasting live over the capital. Electronic dance music on Bassland Show. Человек, вас прям не оторвать от вертушек. Да, дорвались. Отстаньте, дайте мне поиграть. Слушай, Рут, ответь, пожалуйста, на такой вопрос. Вот ты гастролируешь. Скажи, пожалуйста, в каком городе тебе больше понравилось? Во всех, честно говоря, потому что везде по-разному, и никого бы из организаторов не хотел обидеть. Все города встречают отлично, и я думаю, это невозможно выделить лучше. Я ждал этого ответа, честно говоря, но я все-таки попытался задать этот вопрос. Мало ли, может быть, все-таки где-то что-то как-то тебя по-особому, может быть, приняли. Я не имею в виду прям типа лучше других, но что-то какая-то фишка может быть там, я не знаю. Нет, не было такого. Ну да бог с ним. Слушай, ну, в принципе, осталось буквально пару минут. Я тебе хочу сказать большое спасибо. В общем-то, делай то, что ты делаешь, продолжай, двигай, гни свою линию, и в любом случае успех тебя ждет вот, в общем-то, где-то недалеко. Вам тоже спасибо огромное за эфир и за то, что вы нас слушали. И тебе, Кирилл, спасибо, что позвали. Да-да-да. Ребятам большое спасибо, которые вот прямую трансляцию сейчас наблюдают. vk.com/djprofit. Машем вам ручкой, ребята. Ну и, конечно же, в запись в скором времени выложим, буквально через несколько дней. Рустам мне обещал предоставить трек-лист с айдишками, все как полагается. Поэтому будете, собственно, кусать локти, кто там, да что, чьи треки использовал он в своем сете. В общем-то, друзья, мы с вами прощаемся до следующей среды. Это был Rusty K, с вами был DJ Profit, конечно же, бессменный ведущий Bassland Show на DFM. Всем пока. Доброй ночи и до свидания. Пока.